Thank you.
Соответственно, вы уходите дальше. Кто это сделает быстрее? Я буду засекать. Кто это сделает быстрее, тот получит наш главный приз. Остальные получат не главные призы. Договорились, да? Можно попросить тебя подержать? Супер. Я бы еще дал тебе ручку, чтобы ты записывала. Но ты же за своего мужика начнем, чтобы подслуживать, да? Наставь внимание, поехали! Тащим, 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 тащим. Ух, как разогнался уже. Отбегай, отбегай. Есть стоп-время. 14 секунд, 14,5. 14,5 секунд. Слушай, ну ты не все. Так кто же машину в мотоботах выпускает? 14,5 секунд. Куда он сдает назад? Так, держи. Ручка за то, чтобы не подсужил. Кто второй? Кто будет второй? Есть второй. Так, время первого 14,5 секунд. Как зовут тебя? Максим. Максим, итак? Максим, на старт внимание ваш! Поехали! Скажи мне, как часто ты таскаешь машины? Первый раз? Почему-то я, глядя на тебя, не верю. На старт! Внимание! Поехали! И стоп! 12.01! Как зовут? Алексей. Алексей, ты готов? На старт! Внимание! Поехали! Осторожней, осторожней, осторожней! Докатывай, докатывай, докатывай! И стоп! Прям выложился, вот выложился! 13.76! 13.76! Время Алексея! 13.76, сейчас, секунду, опять ручка куда-то упала. Слушайте, ну тут все понятно, наверное, да? Так, ну что, бойцы, пойдемте, пойдемте сюда к нам на сцену. Поднимаемся. Сейчас будем вручать вам призы, подарки. Это же не призы, это так. Это подарки, потому что победителям будут вручать, победителям приз будет вручать самый главный по сигнализации здесь, во Владивостоке. Выходите сюда к нам. Итак, я буду говорить тогда, ну, начнем с четвертого, да? Да, четвертое место. Александр, 4,5 секунд. Александр. Дальше. С временем 13,76. Алексей. Есть у меня ощущение, что мотоботы все-таки подводят, потому что вот парни, которые были в мотоботах, немножко помедленнее были, но время все равно шикарное. С временем 13,39 секунды. Максим, второе место. И победитель Андрей, 12 секунд ровно. Комплект сигнализации для мотоцикла. У тебя есть мотоцикл? Есть, отлично. Так. На самом деле, знаете, что хотел сказать? Мы здесь собираемся, вот открытие, день мотоциклиста, закрытие. Это не про мотоциклы, это больше про людей. Увидеть знакомые лица, потому что все
с Приморского края собирается в одном месте. Вот это для нас самое главное, самое ценное. Вот, потому что нужно ценить живых, тех, кто рядом с нами, и помнить тех, кто от нас ушел. Помните. Спасибо. Увидимся на открытии. Всем привет, солнечный Владивосток, Раиса Амура, МС Хабаровск. Блин, вчера выезжали в дождь такой проливной, приехали к вам, можно сказать, погреться. Прошлые выходные закрыли наш сезон, теперь закрываем ваш. Даже, вернее, не закрываем, а открываем зимний мотосезон. Потому что зимой тоже есть чем заняться. На крайняк есть Таиланд, можно уехать туда, взять байк да покататься. Рады, в общем, всех видеть, друзей, всех живыми, здоровыми. Ну что, скоро лето, скоро следующий сезон. Всем закрытия. Добрый день, Владивосток, все мотобратья, мотосестренки, Freemotion, Находка. Ребята, вот очень приятно видеть всех, но хотелось бы сказать немножко нестандартно, что ли. Вот обращаешь внимание, когда некоторые бжж-бжж. Так вот у меня просьба к тем ребятам, которые на пределе своих возможностей. Ребята, берегите себя, берегите своих родственников, которые, возможно, потом, не дай бог, с вами. Ездите аккуратно. Всем добра. Приветствую всех собравшихся здесь. Такси Республика, город Владивосток. Уважаемые байкеры, здесь одни только слова. Берегите себя, потому что много наших уходит. А хотелось бы, чтобы мы встречались каждый сезон и на открытии, и на закрытии, и в течение сезона. Желаю всем в следующем сезоне ни гвоздя, ни жезла, стандартно. Всем привет, меня зовут Наполеон, клуб «Ночные драконы», город Артем. Я беру слово от всего города Артема. Поздравляю всех с праздником, закрытием мотосезона 2023. Огромное спасибо организаторам за предоставленную такую возможность пообщаться с теми людьми, которых не видел сезон, а то и два, а то и три. Поэтому огромное спасибо организаторам. Всех с праздником. Не грустите, это все-таки праздник на самом деле. Всех с праздником! Добрый день. Ребят, всех приветствую здесь. Рады всех видеть. Ну что хотелось бы сказать. Движение растет, движение ширится. В наших рядах прибывает. И хотелось бы, чтобы отношение к нам, к мотоциклистам, к байкерам на дороге, да, было гораздо лучше. Будьте внимательны, докатайте сезон без приключений на свои энные места. Встретимся, конечно же, в новом сезоне. Желаю всем сегодня хорошо отгулять свои вечеринки. Кто где что себе наметил и организовал. Большое огромное спасибо за поддержку нас, администрации и наших спонсоров в лице компаний, представленных здесь. Ну что, друзья мои, еще раз аплодисменты на президента мотоклубов, которые сегодня здесь собрались и... Друзья, привет! На группу 18.1! Чтоб сохранить лицо. Но смотрят за остальным.
пацаны, ты мне сказка, увидят все мои тебя. Но смотрят со стороны, ты мне сказка, увидят все мои тебя. Спасибо, друзья. Красивые фразы из якобы умных ртов, но за маскарадом скрывается фарс. Где судьбы так испоганили все в угоду этой волне? И без службы дружбы стирается край.